Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Сегодня стали известны результаты ряда проведенных экспертиз, назначенных управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облсполкома по факту задержания наркодилера вблизи деревни Белица Жлобинского района. Напомним, оперативники в марте этого года провели успешную операцию по раскрытию канала поставки на территорию Республики Беларусь из Российской Федерации опасно наркотических средств на 211-м километре автотрассы Минск-Гомель вблизи населенного пункта Белица Жлобинского района. Оперативники при поддержке бойцов ОМОНа остановили на трассе автомашину БМВ. Несудимый ранее мужчина возвращался из Минска в Гомель и подозревался в перевозке наркотиков из Москвы. При проведении личного обыска у него были обнаружены изъяты два полимерных свертка с порошкообразными веществами белого цвета. В автомобиле оперативники нашли еще несколько подобных пакетов. Сотрудниками нашего отдела был проведен ряд экспертиз, согласно выводам которых в представленных порошкообразных веществах содержались особо опасное наркотическое средство кокаин, особо опасное психотропное вещество амфетамин. Растительное вещество являлось опасным наркотическим средством гашиш. За незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Паводковая обстановка в области пока не стабилизировалась и продолжает усложняться. В Добрушском районе увеличилось количество подтопленных подворий. Через райцентр